сегодня исторический момент в жизни нашего государства. Я приглашаю, призываю всех жителей Тверской области принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которые были предложены специальной экспертной группой, которая была сформирована из самых широких слоев представителей нашего общества. Эти поправки были поддержаны президентом Российской Федерации. Эти поправки закрепляют те все позитивные события, произошедшие за практически два десятилетия за последних. Это наша территориальная целостность, это сохранение наших традиций, это социальные обязательства нашего государства, это доминирование российского законодательства, которое уже будет выше по статусу, чем международное законодательство, если будут интересы касаться Российской Федерации. И, конечно, это система ценностей, которые закрепляются в Конституции. Это семья, дети, старшее поколение. Это все, что нам дорого с самого рождения и то, чему мы воспитаны в этой стране. Как сказали наши ветераны на открытии Ржевского мемориала, они сказали, что мы обязательно завтра голосовать, потому что мы эту страну защищали ради светлого будущего, а завтра мы пойдем голосовать ради наших внуков и правнуков, чтобы они жили в этой стране, чтобы эта страна процветала, была сильная, крепкая, и чтобы дальше они также себя чувствовали защищенными и уверенными в завтрашнем дне.